Знаете, я думаю, вот это ночник и часы, да, уйдут в раздел для детей. Там так же, как вот эта вот часть. А там достаточно много чего интересного непосредственно детишкам. Поэтому, если у вас есть дети, и вы хотите им что-то купить, посетите раздел, этот раздел канала, посмотрите распаковки товаров для детей. Может быть, там что-то полезное есть. Так, ну, пахнуть не пахнет. Одна, видите, загнулась. Давайте поймем, как он работает. Я бумажку выкинул, там инструкции не было. Нет, там никакой инструкции не было. Мы его открываем. Блин, сюда надо вставлять батарейки, а? Ну что же это такое-то? Ну вот как же вот быть-то? Придется идти за батарейками. Сейчас вернусь. Никуда не уходи. Ужас какой. Что-то опять поет. Так, ну вот такая вот получилась мина. Блин, ребят. Ну, я понял. То есть, если вы решили, что вот прям вот крайне необходимо вашего ребенка сделать заикой, не знаю, зачем вам это надо. В общем, в целом вещь-то прикольная, да. Вот эти вот, наверное, правда, должны были бы быть помягче. Ну, они вот такие. Что точно, запаха нету, ну вот. Перед тем, как это давать ребенку, я думаю, лучше издалека попробовать, чтобы вот не нанести ему непоправимую психологическую травму, реально может очень сильно испугаться. Ну, такая вот вещь, вот как бы страшноватая, да, вот поэтому с осторожностью к этому. С осторожностью. Так, что у нас там было вместе с ним?